Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Мы находимся в светофоре. Город Богородец, улица Защитная, 10, Тульская область. Вот такой наборчик из 18 предметов. Я сейчас перечислю, что в него состоит. Он состоит из чего? Цена 1397 рублей 30 копеек. Произведено в России. Цвета вот такие. Цвет, смотрите, красивый. Такой. Вот такой цвет. И желтый. Набор столовый. 8 плюс 1. Калибри. Тарелочка. 19 сантиметров, 6 штучек. Тарелочка 23 сантиметра, 6 штучек. Салатник 15 сантиметров, 6 штучек. И салатник 20 сантиметров, 1 штучка. Произведено в России, Владимир, город. Стекло силикатной окраски. Материал. Смотрите, какой красивый. Сейчас я вытащу вот так один и покажу. Смотрите. Смотрите, какой красивый. Так, тарелочки. Они уже давно здесь. Их просто перенесли. Тарелка глубокая. А цена 54,50. Тарелка с деколью. 57,10. Вот они. Вот такая тарелочка и вот такая. Лосьон с феромонами для женщин 100 миллилитров 94 рубля. Производитель у нас Минск. Вот такая коробочка. Сейчас вот так вытащу вам, показываю. Вот такой пузыречек. И вот так еще покажу сам дозатор. Вот такой. Запах такой приятный. Мне понравился. 94 рубля. Все удовольствие. Ну, конечно, недолго стойкие, потому что масло там не добавлено. А вы как хотели? С маслами еще дороже. Если чтобы вы хотели, как духи, помните, быть может, там стойкий запах, который мог держаться около 2 недель. Для инструментов 17, 292, 30. Вот такой ящичек. Они уже были у нас. Смотрите, с ручкой. Такой ящичек, он уже приезжал. Так, размеры его. Вот они. Очень удобный. Здесь вот так эти открываются. Смотрите, для мелочи. Я одну только открою. Для мелочи. И также другой. Так, и вот так открывается здесь. Вот так. Все, здесь ничего, никаких перегородочек нет. Совершенно. Вот такой размер. Ручка такая, которая убирается вот так. Цена 292 рубля 30 копеек. Франт. 4 секции. Размеры. Вот в таком исполнении. Пластик. Здесь вот лежит. Вот такой вот пластик. Черенков телескопической 1,5 метра. Она развивается 184 рубля 60 копеек. Так, я сейчас покажу, как она развивается. Вот, смотрите, вот такая. Это тоже можно открутить. Вот это. И вот так. Вот, видите, она тут откручивается. Вот она открутила. Так, и вот здесь. Сейчас я просто одной рукой, неудобно. Так она выдвигается. Смотрите. Вот такая большая, огромная. Антисептик. Вот такой.
Кто брал, пишите отзывы. 48 рублей 40 копеек. 200 миллилитров. Также Рексона 200 миллилитров. 89 рублей 80 копеек. Вот она здесь. Так. Ватные диски. Здесь они, вот они такие. 108 штучек. 40 рублей. Это очень дешево, нормально. Гель пена детская принцесса 650 миллилитров, 105 рублей 10 копеек. Вот такая, смотрите, так открывается. Так. Произведено в России. Там мелко написано, я точно не могу сказать, где именно. Так, средства для мытья полов в двух исполнениях. Это лаванда и морская свежесть. 32,20. Вот они. Но они уже были. Не первый раз привозятся. Вот такое. На 15 литров. Смотрите. Такое мощное. Пластик толстый, не тонкий. 67 рублей 20 копеек. Вот такой носик можно сливать. Не пахнет. Я уже понюхала. От пластика вроде не пахнет. Ручка такая тоже массивная. Не должна сломаться, как обычно вот здесь ломается. Вот здесь бывает. Так, а вот таз, на вот этот огромный большой таз. Здесь, сейчас посмотрим. 18 литров, черный. Запах имеет он. Но цены не знаю. Не вижу цены на него. Где-то, наверное, валяется. Так, обувные полочки я уже показывала в предыдущих видео. 446 рублей 80 копеек. Вот такая обувная полочка. Так. Это тоже я показывала. Отбеливатель, пятновыводитель. Вот, очень хороший. Отзывами делились мои подписчики. Говорили, разбирается в других городах в лед. Линица. Не знаю, купила ли моя знакомая. Она мне заказывала, говорит, как будет блиница, обязательно мне сообщи. Я ей сообщила, не знаю, купила или нет, сообщаю вам, показываю. Вот такая блиница, чугунная, тяжелая, очень. Ручка такая массивная. Смотрите, какая ручка массивная. Цена 469 рублей 80 копеек, производитель Украина. Кто брал, пишите отзывы. Хорошо, действительно, отскакивают блинчики от этой чугунной блинницы. Такая тяжелая, очень тяжелая, сразу хочу сказать. Даже чувствуется, как я в руку берешь ее. Так, этажерочка для обуви, комфорт, три полочки, коричневые, 369 рублей, без копеек. Смотрите, вот так. Сейчас там лежит, мешает. Вот так, вот в таком исполнении. Полочка. Пластик. Так, ножи я показывала. Сразу хочу сказать, я не сделала обзор, купила. Ну, средние. Да, нормальные, средние, не ахти. Сразу хочу сказать. Сколько продержится, не знаю. Имею в виду, как если они работать, как будут в работе резать. Пока режут. Разделочная. Вот такая. Размеры 20 на 30. 92 рубля 80 копеек. Здесь даже есть вешать, куда вот такое отверстие. Вот она. Произведено в России. А где именно? Волгоградская область. Видите, уже плесневые с сырцой. Значит, где-то было сыро, где они хранились. Жидкое стекло 0,50 миллилитров, ой, миллиметров, а я миллилитров, миллиметров. Вот такая тонкая, это не то, что раньше было 0,8 миллиметров, а это вот такая, смотрите. И вот в таком исполнении. Извините за ошиблась, что я поспешила. Так, и вот такая, смотрите. Тут очень много разных, выбор за вами.
Я брала потолще, это потоньше. 290 рублей 40 копеек. Произведено в России. Так, бак пищевой 43 литра с крышкой 416 рублей. Произведено в России. Вот такой бак. А крышек я пока здесь не вижу, значит, они отдельно. Спрашивать надо у продавцов или на кассе. Польная для запекания с глубокая с ручками 37 на 1, 22,9 и 7, 289 рублей на 3,5 литра. Я брала на 3 литра. Это вообще огромная такая, смотрите. Сейчас вот здесь вот так покажу. Смотрите, какая большая, огромная. Вот такие ручки. Очень хорошая. Я уже пользуюсь. Мне она нравится, только она меньше. Формата моя намного поменьше. Так что очень хорошая вещь. Кто постоянно печет, запекает, взять можно. Еще раз поговорю, очень хорошая, мне нравится. Так, комод интерьерный, это было уже. Мы с вами смотрели по видео, по моим. Так, столы я брала за 1400, это 2 года назад, сейчас 1737, 70 копеек. Вот они. Столы есть в светлом исполнении, есть в светлом исполнении. Стол. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Желаю всем хорошего, самого-самого. Берегите себя, своих близких. Посещайте мой канал. Я буду очень рада. Подписывайтесь на мой канал. Если вам будет интересно, я буду тоже рада.